все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев-Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи вооруженных сил Украины, уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники. Obviously, the situation is extremely fluid. We're watching, and the numbers and the situation is changing minute by minute. But right now, what we can confirm is that at least 150,000 people have fled. They are refugees now outside of Ukraine. We know that at least 100,000, but probably a much larger number, have already been displaced internally inside Ukraine. UNHCR is preparing for up to 4 million people that will flee into neighboring countries. However, your guess is almost as good as mine at this point, because we really don't know how the situation is going to develop.